Соответственно, за них нам будут давать что? Правильно, очко или в очко, то есть такое тоже может быть. А ты кто такая? Чё это такое? Ебть ты кто? Ебть ты кто, мать? Ты чё так стреляешь-то? Ебанумба! Это чё за шайтан машина? Просто расстреляла меня. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет, меня по-прежнему зовут Артём, это канал Атом Шоу, и добро пожаловать в Warface. Сегодня мы вместе с вами попроходим различные спецоперации, что-то в этом роде, я вам желаю приятного просмотра, ну а мы начинаем, поехали. Итак, сейчас у нас на повестке дня особое задание под названием «Ограбление». Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Так, у меня какой-то голосовой чат подключен, но у меня вроде не должно быть слышно, потому что вообще отключен микрофон. Но если меня слышно, то простите. Погнали, родной, все. Остерегайтесь охранников. Они точно не будут просто стоять и любоваться, как какие-то ряженые пытаются ограбить банк. Да не, мне кажется, полюбуются, ничего страшного. Пойдем, давай быстрее, что ты там. Что ты такой долгий, ждать тебе еще приходится. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ты чё, охуй, и пошёл вообще. Стреляем, 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 стреляем. Родной, блядь, давай. Стреляют по мне, родной, помогай, помогай, родничок. Блядь, давай наверх, наверх, выше. Давай же ты подняться можешь, имбецил. Меня нокнули. Так, хорошо, что он не отпустил веревку прямо себе. Ну что, куда? Да тут негде спрятаться, алло, я как должен... Как, где я спрятаться-то должен? Ёб мать, тут все простреливается, но это нечестно, алло, ребята! Так, ну что, друзья, в этот раз я подготовился основательнее, в этот раз я взял с собой пулеметик, соответственно, 100 патронов у нас, соответственно, в нашем магазине, соответственно, вот... И, соответственно, у нас все отлично, замечательно, меня грызут уже, тут какие-то черти, это у нас, соответственно, новый, еще стреляют, сучка. Это у нас, соответственно, следующее особое задание под названием «Рой». Здесь на нас вылезают какие-то мутанты, какие-то шайтан-машины из-под земли. Мы, соответственно, должны их убивать вот так вот агрессивно. Вот, но не агрессивно, не особо, а то иначе YouTube не пропустит наш ролик. Вот, значит, собирать такие кейсики маленькие здесь где-то есть, вот. Соответственно, за них нам будут давать что, правильно, очко. Или в очко, то есть такое тоже может быть. А ты кто такая? Чё это такое? Ебть ты кто? Ебть ты кто, мать? Ты чё так стреляешь-то? Ебанумба! Это чё за шайтан машина? Просто расстреляла меня. В смысле, и всё что ли? Я с концами сдох, я не понимаю. Так, ребятушки, перезарядочка, одну секунду. И поехали. Охренеть, соседи, по-моему, проснулись, ребята, что же это круто. Да, так, ладно, ну я решил взять операцию «Познакомь», это операция «Гидра», ее я все-таки проходил пару раз, поэтому наверняка знаю, как она решается, как решается, проходится, наверное, знаю. Но это не точно, ребята, поэтому сейчас мы посмотрим, как мы отыграем. Дело в том, что для этой операции все-таки нужна хорошая, слаженная команда, как минимум, чтобы мы общались друг с другом. Так, что-то, по-моему, я сильно сенсу себе подкрутил, прямо в шиздец, ребятушки, какой-то происходит. Все-таки семерочка для меня большевато, а, и мне решили сразу... Че, блядь, такое, нахуй? Да, ребят, не, нахуй, какая-то тут залупа происходит. Если уж честно. Давай, родной, активируй. Правильно, давай, вводи пин-код, ебать, от карточки. И они, соответственно, потом... Давайте помашем им, так сказать, фалосом большим и огромным. Давайте, ребятушки. Меня вообще не слышно. Сорян, ребят. Пока
Я забыл, блядь. Я забыл. Ебать, чел, красавчик, нахуй. Спасибо, что напомнил, родной. Я забыл, блядь, про этот, про голосовой чат. Ну что ж, ребятушки, да начнется веселье. Мы обычно сидим на базе, потому что почему бы и нет. Вот, потому что я молодец, я красавчик, я такой мужчина, вообще бодрый. Вот, и соответственно, мы сделали все по красоте. Мы убрали звук, теперь к нам никаких претензий не будет. Теперь от нас ничего никому не надо. Игра дико орет на самом деле. Почему-то я это понял уже в третьей каточке. Вот, но а что с этим поделать-то, да, на самом деле? То есть, если так посмотреть, то ничего с этим мы не поделать-то не сможем. Так, перезарядка у меня полуторачасовая, как обычно, у моей пушечки. Вот, значит, мы... Ой, бля, чел. Давайте, ребятушки, мы должны затащить в этот раз. Хотя здесь хрен затащишь, потому что это очень хардкорная операция на самом деле. Вот, ну ничего страшного. Warface играл последний раз плюс-минус 3,5 года назад. Вот, поэтому, значит, последний раз, когда я играл в Warface, вы можете посмотреть на стриме, соответственно. Так, ну что ж, давайте, ребятушки, давайте. Вон он, блядь, солдат ебаный. Да, сука, да, блядь, снайперы, снайперы, ребята, блядь, ебаный, бутербродный, хороводный, да, блядь, ты, сука, броневик или да? Чё он не пробивается-то, ни хрена, вот с первой тыки не влетает, чё за рофл-то? Блядский рот, ну пиздец, меня зарашили, ребята, помогайте мне тоже, как бы, а чё, один жив остался, всё, трындец, конец. Мрак, отчаяние, боль, анальное унижение. И это все Warface, ребятушки. Warface в 2022 году. Почему в 22-м, ребята, я сказал сейчас? А потому что этот ролик записывается в 23-м. Не знаю, почему я сказал в 22-м. Ну, просто так, ребят, ну захотел. Ну что, вам не нравится, что ли? Так, ну что, деградирующее племя, чё вы тут бежите-то, а? На нафиг. Минус 2 дал. Так, давайте, ребята, давайте, за меня решайте там уже вопросы. Чё я-то один, как мама-утка за вас все решаю. Давай, на нафиг. Хорошо. Давай еще одного того. На нафиг, замечательно. Вот этого еще. Сука, патроны. Патроны, ребята! Хорошо. Жить. Все нормально, все отлично. Вторая часть платформы, какая вторая часть? РПГшки, давайте стрелять. Из РПГ стрелять, у кого там РПГ? У кого РПГ? Стреляем, ребята! Сука, кого-то уебало. А ты дурак, что ли? Че ты? Дебилой, да нафиг. И смысл-то в чем? Объясни мне, ресурсы у всех одинаковые, дебил. Мне приходится просто жертвовать собой, чтобы сломать щиты, потому что эти имбецилы не знают, как это делать. Или знают. Что происходит, алло? На нафиг. Да, блядь. Алло, нафиг, мне кто-нибудь поможет сегодня? Нет вообще, алло, ребята. Мне турели помогают. Искусственный интеллект просто делает грязь, в отличие от моей команды. Моя команда действительно делает грязь. А нихера не делает. Алло, ребята. Смотри, турели наяривают просто вообще по-лютому. Взорвали турельку мою. Бедолажную мою. Мою хорошую, так сказать. Я ее любил. Готов был на ней жениться, а вы просто взяли и сделали некрасиво. Просто убили мою любимую турель. Вот идут бомжи со всех сторон просто идут. Хорошо, турельки делают грязь. Отошел. Блять, отошел. Help me, ребятушки мои дорогие. Я отключил микрофон, меня не слышно. Все, всех мочканули, всем трындец. Конец. Шиздец. Ребята, взрывается что-то. Турелька делает грязь, делают дичь вообще. Капитально.
чел просто сидит посередине, что-то дефает. Ты бы лучше помогал базу дефать, потому что это наша единственная цель на данный момент, так сказать. Что у меня, почему пулемет мой просто стреляет куда-то в космос, просто на орбиту Земли вылетел? Сынок. Шиздец, ребята, нас просто давят, как комаров каких-то вообще несчастных, просто жесть. Ай-яй-яй, напердели тут, ребята, напердели, слушайте, прям вообще жесть. Прям неплохо перданули, так сказать, с подливы чем дали. Куда? Ребята, давайте жить дружно, в мире, так сказать, в гармонии. Что происходит? Почему меня так сильно бьют постоянно? Да здесь у нас просто чел, слышь, хреначит наш реактор, этот генератор наш темной материи, протонной электроники. Ай-яй-яй, и бьют меня еще больно. Да максимально интересная ситуация вообще. Прям, ну, интереснее некуда ситуация становится. Вперед, его не убить, но его можно убить куда? Правильно, в жопу. Ага, в жопу хуй его убьешь. Меня убили. Ладно, друзьяшки, что ж, наш ролик на этом подходит к концу. Всем огромное спасибо за то, что вы посмотрели данный материал. Я вышел из катки, потому что уже скучно. Ребята не особо умеют играть, и вряд ли мы здесь затащим. Поэтому не вижу смысла вас томить. Если вам понравился данный ролик, я вам советую поставить лайкосик. Обязательно подписаться на канал. И если на этом ролике наберется достаточно лайков, хотя бы лайков, я не знаю, ну, 40, то продолжение не заставит себя долго ждать. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.